Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 1255, Даниила 9:19. Господи, услыши. Господи, прости. Господи, внемли и соверши. Не умерли ради Тебя самого, Боже мой. Ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. За 24 мая 2019 года. Ну, какие события? Тут какой-то человек зашел вчера на велосипеде, с ним поговорили, и тоже записал его. Он услышал, посмотрел тут беседу отца Владимира Голобина с шахматом Алексеем Викторовичем, и говорит сам себе, что как же так, живу в этом городе, не знаю, да хоть поздороваться сходить. Ну, вот я записал, вам будет интересно, нет, посмотрите. Ну, наше объявление. Пожалуйста. Умерла женщина, сестра и четверо детей, и муж такой непутевый. Вот для детей помощь какая, отдельный фонд оказать. Помощь. Все данные здесь, смотрите. А тут стихотворение. Пришлось несколько выставить, которые требовались для оформления. Что скажет Бог, то изреку я. Сначала не было так. Ну, то есть, вот это. Посмотрите, какие фильмы. Строительный отвес. Полицейские задержали 61-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении телесных повреждений 62-летнему жителю Сергиево-Посадского района Московской области. Об этом 21 мая сообщает Лента.ру. Со ссылкой на представителя областного управления МВД Татьяну Петрову. По ее словам, 22 мая в дежурную часть поступило сообщение из районной больницы о том, что приемный покой с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлен мужчина. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый. Он доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшедшего. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Пострадавший доставлен в больницу монах Троицы Сергия Лавры. Ранее долго отпирался, не говорил, кто на него напал. Но потом признался, что это священник, тоже из Лавры. Туда поехали оперативники и задержали его в келье. Спор у них вышел из-за лишних денег. Священник был пьяным, на его рясе обнаружена кровь. Изъято несколько кухонных ножей, которые из них орудие преступления, пока не ясно. Ни одного, ни второго опросить не удается. Первый после операции спит, а второй пьяно спит, сказал собеседник издания. А вот в первый год патриаршества, когда Кирилла Гундяева принимали этот церковный устав, смотрите, как, какой типовой устав. Это очень-очень важно. То есть никто ушел, ему все достанется одному, как провели закон. Фига на древе либерализма. Вот так. И опять законы. Смоленске на меньшей мере на 2 месяца. Свидетели Иеговы. Дальше считать надо и проходить. Какие решения суд выносит? Православные не понимают, что сейчас
закончится с этими, начнут другие гнать. Они же остаются на должности, все эти гонители. И им надо гнать. Так доберутся до православных. Столько обвинений против православия. Видишь, как заботятся о трудах моих и прочее. Не знаю, что сказать. Я об этом никогда не думаю. Книги написаны, я посвящаю Господу Богу Христу, и поэтому пусть сами смотрят, сохраняют. Наша переписка кому-то интересна, кому мимо проходи, если не по тебе. Вот они что разговаривают. Он сразу, митрополит этот, ответил, что больше не спрашивает. Это я спрашиваю, кто в Америке получать. А вот попросили о сектантах, еретиках, какие были беседы. Вот я считаю, первая, вторая, третья, четвертая, пятая с одним человеком из Германии, из Киргизии, свидетели Иеговы, пятидесятник, адвентисты, баптисты, коммунисты, евреи, его вопросы, Украина, украинцы, хабаровцы. Так. Ну, дальше какой наш распорядок будет? По одной книге не высылаем. Надо, чтобы несколько книг из одной книги полдня проводить, стоять. И... Вот сейчас люди... Какие новости сообщают, я их сюда перетаскиваю, чтобы знать, где взять.
молитву по соглашению. Ну и все, считаю. Это наши ресурсы. Вот. Хорошо. Форум. Ну и во свете Библии сайт наш очень богатый. Справа 50 папок, 4124. Вот и все на этом.